томаты, перцы и огурцы. Приднестровские аграрии выращивают культуры разных сортов. Конкретно в этой теплице 720 кустов томата. Высадили вчера, а уже в конце мая урожай попадет на стол к приднестровцам. В этой теплице у нас сара. Конечно, это новый гибрид французский. Очень вкусный. Типа бычье сердце. Воловье сердце. Он красный. Красный плод, крупный. Чуть-чуть носик вытягивает. Да. Форма гармошки. Томаты в теплице есть разные и по форме, и по цвету. А тут растут огурцы. Урожай ждут совсем скоро. Вот здесь огурцы у нас 1 числа были высажены. Вот им полмесяца. Урожай будет начало апреля, первые дни. Обычно месяца то посадок у нас получается. Александр Кузьмич выращивает овощи уже почти 30 лет. Столько и его теплицам. Начали с ранней капусты, открытый грунт. Потом перец, помидоры в открытом грунте. Потом перешли на теплицы. Сейчас в хозяйстве 70 соток. Урожай собирают с начала апреля до середины декабря. Томаты, огурцы, а еще перцы, редис и не только. Скоро все будет на прилавках. Наше, приднестровское.